This conference will now be recorded.
Уважаемые слушатели, добрый вечер, кто уже подключился. Давайте мы с вами проверим связь. Напишите, пожалуйста, в чат или можно попробовать голосом сказать по микрофону. Как вы видите экран, как вы меня слышите? Елена, добрый вечер. Слышно, видно, Дмитрий, спасибо. А, да, Елена, запись, конечно, будет. Коллеги, пока есть время, вы можете воспользоваться личным кабинетом. Там лежит материал на странице группы под сегодняшний семинар. Есть Excel-овский файл как проформа для заполнения. И также есть презентация в формате PDF. Можете зайти, посмотреть, скачать. Если у кого-то удастся скачать, напишите, пожалуйста, в чат. Буду очень признательна. Сергей, на ваш вопрос отвечаю. По поводу презентации. В личном кабинете есть и презентация, и файл в формате Excel для заполнения. Я буду заполнять, вы будете это видеть на экране. Ну, вы можете в параллель со мной работать, скачать до этого файлик. Посмотрите, пожалуйста, если все скачивается, все окей, отпишитесь. Скачивается. Отлично. Елена, спасибо вам огромное. Также, коллеги, после занятия я в личный кабинет выложу файл заполненный. Большая просьба ко всем слушателям вебинара, если ничего не хотите сказать по микрофону, то отключайте у себя микрофон, чтобы не было лишних шумов. У нас идет запись от начала до конца.
У меня такие горы в тумане. Коллеги, еще раз просьба ко всем. Отключайте, пожалуйста, микрофон, если ничего не хотите сказать в группу. Все потусторонние, мы выходим. Показ. Ну, камеру закрыть просто там, и все. Правой кнопкой. Вот три точки есть. Где-то здесь. Стоп, шарик. Мышка не от другого. Стоп шаринг май вебкам, по-моему. Вот. Здравствуйте. Еще раз перешла по кнопочке «Я готов», а дальше у меня на экране просто тут какие-то горы в тумане. Что должно быть? И что с этим делать? 18:30, который... Что-то там РОИ и так далее. Когда подсчет РОИ оказывается бесполезным. Марина, презентация есть в личном кабинете. На странице данной группы. Ваши коллеги находили, скачивали.
если личный кабинет у вас активен, активирован, то все доступно будет для скачивания. Добрый вечер еще раз всем. Коллеги, напишите, пожалуйста, или плюсики в чат поставьте на данный момент. Насколько вы готовы, как вы меня слышите, как вы видите на экране презентацию. Так, вот нам ссылку Александр Тищенко направил. Спасибо огромное. Вот по этой ссылке, я так понимаю, да, Александр, можно заходить, скачивать презентацию. Готовы, отлично. Ну, нас не очень много, практически 40 человек. Я бы вам хотела вопрос задать один. Для меня он очень важный. Скажите, пожалуйста, в чем причина вашего, да, вот сегодня присутствия? Очень интересен показатель ROI или, в принципе, для расширения кругозора считаете, что было бы не лишним, да, посетить вебинар в рамках финансового анализа? А вдруг что-нибудь полезное узнаете, услышите? Или есть заинтересованность конкретно показателем? Напишите, пожалуйста, в чат каждый свою позицию. Так, не лишним для расширения, к ранее пройденному курсу для расширения. А, Ольга, сколько времени? У нас с вами время на все про все 45 минут. Очень боюсь, что на 45 минут я не уложусь. Поэтому думаю, что ориентируйтесь где-то на час. Ну и еще 10 минут, я думаю, организационные какие-то моменты, которые я должна вам осветить по курсу «Финансовый анализ». Запись будет целиком и полностью, запись будет лежать в личном кабинете, там же будет заполненный корректный файл по результатам занятия в формате Excel. Спасибо большое, кто сейчас пишет, для расширения кругозора в основном, да? А разница во времени 5 часов, да, я понимаю, если вдруг не сможете присутствовать на вебинаре, тогда я думаю, что в записи досмотрите какие-то моменты. Так, ну что, давайте мы с вами начнем. Еще раз по поводу личного кабинета. Вы можете скачать презентацию, можете скачать файл пустой. Если есть техническая возможность заполнять со мной параллельно, буду очень вам признательна. Любые комментарии в чат по заполнению файла, я вам буду вопрос по ходу заполнять, да, вы старайтесь, пожалуйста, вникать в смысл, отвечать мне всесторонне на эти вопросы. Представлюсь, зовут меня Цыба Елена Владимировна, в учебном центре специалист, читаю не только курс «Финансовый анализ», а он называется «Анализ финансового состояния предприятия» у нас вот таким образом. Также у меня курсы «Основы экономики» для руководителей, специалистов, менеджеров, «Основы управленческого учета и бюджетирования», «Организация бюджетного контроля в Excel» и подготовка специалистов к сдаче внешнего квалификационного экзамена по формату СИМА. Если вдруг какие-то у вас вопросы будут по этим курсам, да, возникать, тоже можете мне в конце их задать. Пару слов про наш учебный центр. На рынке более чем 29 лет. Достаточно большое количество выпускников, корпоративных клиентов, да, обладаем очень хорошей технической базой, у нас много учебных комплексов, наверняка многие знают, достаточно большое количество учебных классов, 250 и даже больше на данный момент преподавателей и, соответственно, линейки курсов всесторонние. А наши, скажем, преимущества конкурентные. Гарантия качества 100%. Что это значит? Это значит, что у каждого преподавателя есть своя авторская методика. Каждый преподаватель использует ZUET в преподавании своего материала, самые современные технологии. Также в процессе изучения материала делается акцент на какие-то практические навыки, то есть мы практикоориентированы. Мы стараемся не просто дать лекционный материал, да, мы стараемся в вас развить практические навыки по определенным предметам, по определенным курсам. Очень редко бывает перенос занятий, крайне редко, практически можно сказать, что не бывает. То есть если вы записались в какую-то группу на какие-то определенные даты, то занятие обязательно состоится. Так.
чуть-чуть перепрыгнула. В рамках сегодняшнего семинара, а семинар у нас посвящен курсу «Оценка финансового состояния предприятия», или, как я его называю, «Финансовый анализ» сокращенно, мы с вами поговорим про показатель ROE. Как его считать, в чем заключается смысл этого показателя. А я часто говорю вот о чем, что финансовые показатели можно рассчитывать абсолютно любые. Мы можем сами придумывать, да, нафантазировать все, что угодно, соотносить что-то с чем-то и так далее, давать название показателям своим. Но очень важно, чтобы был смысл, чтобы мы понимали смысл, чтобы была экономическая целесообразность расчета этого показателя. И как эти показатели интерпретировать, то есть переводить на доступный язык, на язык, понятный зачастую не только финансистам и экономистам, да, но также и руководителям предприятий. Потому что очень часто бывает, нам нужно не только посчитать, но как-то еще и объяснить, и обосновать, и сделать выводы. Показатель ROE называется рентабельность инвестиций, или вот в скобках написано вложений. Если по-английски, то return on investment. Сразу скажу, что показатель неоднозначный, очень интересный. В общем-то, расчет его может разниться от компании к компании. Опять-таки, если вы будете пользоваться какими-то интернет-ресурсами, то наверняка, или если пользовались, обращали внимание на то, что есть вариации расчета этого показателя. Вариации не только расчета, но также интерпретации. Можно сказать, что показатель комплексный, показатель фантазийный. Почему? Потому что под инвестициями либо вложениями каждый понимает что-то свое. Согласитесь, наверное, со мной. А в последнее время данный показатель очень модно рассчитывать. Компании его любят рассчитывать, оценивать эффективность деятельности, эффективность инвестиций с помощью этого показателя. Вот наша сегодня цель и задача — поговорить о том, что в каких случаях он полезен, в каких случаях он бесполезен, когда бывают заблуждения на тему его интерпретации. Показывает, сколько рублей прибыли какой-то приносит 1 рубль вложений во что-то. Ну и, соответственно, я не открываю далее слайд, а вы мне можете сейчас в чат написать. Вот исходя из той формулировки, которая на экране, которую вы видите, как рассчитать этот показатель? Если он показывает, сколько рублей прибыли приносит 1 рубль вложений. Формула расчета тогда показателя будет, как вы думаете, какая? Чтобы нам понять, сколько рублей прибыли приходится на 1 рубль вложений. Так, взять сумму вложений и поделить на прибыль. Наверное. А еще какие варианты у кого есть? Наоборот, да. Да, наоборот, сами себя поправили. Нужно взять прибыль или финансовый результат и поделить на вложения. А вот под вложениями мы можем понимать абсолютно разные вещи. Прибыль – это доход минус расход, соглашусь. Да, прибыль делим на вложения. Вот у нас появляется формула. Дисконтируемый денежный поток поделить на вложения. Дисконтируемый денежный поток, NPV, поделить на вложения. Нет, это рентабельность. У нас инвестиции – это чуть-чуть другой показатель, Наталья, а здесь мы берем именно прибыль как разницу между начисленными доходами и начисленными расходами. Сейчас поговорим, какую можно прибыль брать и что мы понимаем под инвестициями и вложениями в ряде случаев. Значит, общая формула представлена, но есть вариации в зависимости от того, что мы включаем в числитель и что мы будем включать в знаменатель. Значит, в качестве прибыли мы можем брать что? Операционную прибыль, чистую прибыль после налога, прибыль на ПАТ, ее еще называют операционная прибыль после налогообложения. Рассчитывается она таким образом, что мы должны выйти
на чистую прибыль, но при условии, которая была бы у нас, если бы не было процентной нагрузки. То есть мы должны исключить процентную нагрузку на чистую прибыль, и тогда получим показатель NPAT. А показатель EBIT или EBIT, как общепринято называть, чистая прибыль до процентов и до налога. И EBITDA – это чистая прибыль до уплаты процентов, до уплаты налога на прибыль и до начисления амортизации. То есть вот вариации по прибыли, что мы можем включать в числитель показателя. И вариации по знаменателю. А что мы понимаем под инвестициями либо вложениями? Значит, многие компании под инвестициями или вложениями понимают какие-то ключевые, важные для них на определенный момент времени расходы за определенный период. Например, расходы на рекламу, расходы там на аренду и так далее. Более глобально. Инвестиционные вложения в проект. Еще более глобально. Активы. Вообще все имущество, которым обладает предприятие, все активы. Либо активы, очищенные от обязательств. Чистые активы. И чистые активы также приравнивают очень часто к собственному капиталу. Почему и зачем мы этот алгоритм с вами рассмотрим в Excel? Почему собственный капитал практически то же самое, что и чистые активы? Ну и, соответственно, в каком-то случае мы с вами берем один вид прибыли и в качестве уже знаменателя берем что-то под эту прибыль, соотносящееся с ней. То есть вот хаотично мы сочетать эти варианты по числителю, эти варианты по знаменателю не должны. То есть должен быть какой-то смысл. Так вот, если мы будем показатель ROE считать как доходность или эффективность вложений в операционную деятельность, то есть в текущую нашу деятельность или в какую-то часть нашей деятельности, то, наверное, есть смысл взять операционную прибыль и поделить на расходы периода. И посмотреть, сколько рублей прибыли приносят вложения во что-то. Если мы захотим под вложениями рассматривать вложения в совокупность активов или в какое-то бизнес-направление, то тогда лучше взять чистую прибыль и поделить на активы. Но в данном случае, если мы будем показатель с вами считать вот таким образом, чистую прибыль делить на активы, то этот показатель у нас становится похож на другой очень важный финансовый показатель, который называется ROA, рентабельность активов. Третья группа. Если мы захотим оценить доходность вложений в бизнес, а вложений каких? Не всех, а только в части своих денежных средств, не заимствований, вложений собственного капитала, то тогда мы возьмем чистую прибыль и поделим на собственный капитал. И в данном случае наш показатель станет похож на иной, на другой показатель. Если кто-то знает, на какой, напишите, пожалуйста, в чат. Если кому-то данная формула знакома, вот в третьем случае, если мы чистую прибыль поделим на собственный капитал или на чистые активы, то показатель ROE очень становится похож на какой показатель? Рентабельность собственного капитала, да, ROE. И четвертый вариант. Если у нас есть проект инвестиционный или какое-то инвестиционное мероприятие, и мы должны понимать, а какая из года в год идет доходность вложений в этот проект, тогда мы возьмем чистую прибыль и поделим на сумму вложений, на сумму инвестиций. Мы с вами посчитаем в Excel два варианта. А сейчас давайте поговорим про слабые стороны показателя ROE. Казалось бы, чего проще? Взять финансовый результат, поделить на вложение, и если показатель увеличивается в динамике, рассуждать об эффективности этих вложений.
что вложения нам приносят, в общем-то, какую-то прибыль, да, и мы что-то имеем со всего этого, и все хорошо, и замечательно, и прекрасно. Но у показателя ROI есть вторая сторона медали, можно так сказать. Мы должны это учитывать в анализе. Обязательно. Очень часто показатель используют как показатель KPI. То есть один из ключевых показателей эффективности работы компании. И если мы данный показатель будем рассчитывать для того, чтобы мотивировать центры финансовой ответственности быть эффективными, то мы должны понимать, что центр финансовой ответственности, данный, да, для которого мы рассчитываем этот показатель, должен обладать способностью контролировать прибыль. То есть он целиком и полностью должен влиять на показатель. Напрямую, не косвенно, должен оказывать воздействие. У него, ну, скажем так, есть административный ресурс, есть определенные компетенции, может быть, он даже является центром прибыли и так далее. Если же он не может контролировать прибыль целиком и полностью, то есть на какие-то показатели не способен воздействовать, например, на постоянные затраты, то тогда и показатель ROI в качестве KPI для такого центра устанавливать нецелесообразно, неправильно и несправедливо. Если ROI рассчитывать для оценки проекта, то нужно иметь в виду, что в первые годы проекта показатель может иметь достаточно невысокое значение. Почему? Потому что в первые годы проекта прибыль еще незначительна. Если мы это имеем в виду, да, мы понимаем, что нужно подождать и так далее. Но если мы только обращаем внимание на расчетный показатель, то, соответственно, это может заставить отказаться от проекта тех лиц, которые ответственны за принятие решений. Также необходимо иметь в виду, что по мере старения активов, а балансовая стоимость активов у нас во времени снижается, происходит увеличение показателя ROI. Кроме того, если в отчетном периоде производилась переоценка, именно оценка активов, то также показатель ROI будет возрастать, потому что активы у нас находятся не в числителе, а в знаменателе. Чем ниже знаменатель, тем выше будет показатель. И если данный показатель рассчитывать как показатель KPI, то опять-таки центры финансовой ответственности могут, ну, скажем так, преднамеренно стараться снизить балансовую стоимость активов или отказываться от обновления оборудования. Поэтому, если мы устанавливаем ROI как показатель KPI, то мы должны взвесить все плюсы и минусы. Еще один момент. Опять-таки, если ROI установлен как KPI, то центру финансовой ответственности необходимо увеличивать финансовый результат, прибыль. Но не всегда центры финансовой ответственности увеличивают прибыль, да, добросовестными действиями. Что может быть сделано в части недобросовестных действий, в части манипулирования показателем прибыли? Списание ранее созданных резервов. Перенос доходов и расходов во времени, то есть преждевременно признаются доходы или наоборот, расходы признаваться будут в какие-то более поздние периоды. Для чего? Для того, чтобы показатель прибыли за отчетный период был выше и центр финансовой ответственности получил бонусы. Перенос части расходов периода в запасы или, так скажем, замораживание расходов. А если компания в части методов калькулирования себестоимости применяют метод absorption costing, или также его называют метод учета полных производственных затрат, то часть постоянных общепроизводственных расходов не является расходами периода, не списывается в расходы, не идет в себестоимость,
А составляет оценку запасов готовой продукции на конец периода. И как мы понимаем, из-за этого финансовый результат увеличивается. Изменение методов учетной политики, например, таких как методы списания товарно-материальных запасов. Если ранее применялся, допустим, метод средневзвешенной оценки при списании ТМЦ, то при переходе на метод ФИФО в этом отчетном периоде прибыль будет выше. Так вот, что же делать, если ROI имеет слабые стороны, если так много, да, нюансов, на которые следует обращать внимание? Это не значит, что нужно отказываться от данного показателя, не использовать его в анализе, не использовать его при контроле. Вовсе нет. Использовать ROI в качестве показателя KPI лучше не автономно, а комплексно. Что это значит? Если мы рассчитываем и оцениваем ROI, то лучше его рассчитывать наряду с другими показателями эффективности деятельности. С какими именно, мы сейчас с вами посмотрим на практическом примере. И, соответственно, если мы используем ROI не в качестве показателя KPI, а просто для оценки деятельности, то, конечно же, мы должны обращать внимание при оценке и на другие важные показатели, такие как рентабельность продаж, ROS, оборачиваемость активов, структура капитала, амортизация и другие. Сейчас мы с вами перейдем к практической части семинара, а вы, пожалуйста, напишите в чат, кто будет параллель считать со мной. Александр. У кого получилось скачать файлы, у кого есть техническая возможность, попробуйте, Юля, да? Угу. Так, Елена Косова, где их можно скачать? В личном кабинете, коллеги. Вот вначале говорила, наверное, вы подключались чуть-чуть попозже. Давайте еще раз повторюсь. Саму презентацию в формате PDF. И вот такой вот файл, он называется «Практикум». ROI пустой, можно скачать в личном кабинете. Александр, огромное вам спасибо, он нам скидывает ссылку. Вы по этой ссылке пройдите в личный кабинет и скачайте материал. После семинара там будет размещен такой же файл, но с аббревиатурой заполненный. Расчет и анализ ROI по инвестиционному проекту либо мероприятию. А в чем заключается мероприятие? Закупка оборудования. И, соответственно, мы здесь видим инвестиции в оборудование в оценке вот 5 миллионов условных единиц. Срок полезного использования данного оборудования составляет 5 лет. Чистый денежный поток с первого года эксплуатации оборудования, это, видимо, приростной денежный поток от этого оборудования, да, вот от того, что мы его приобретаем, мы больше производим, больше продаем, имеем какой-то прирост. Соответственно, мы больше получаем денежных средств от покупателей, выплачиваем там больше зарплаты и так далее. Но, тем не менее, чистый денежный поток у нас вот получается 1 400 000 условных единиц в год. Норма доходности, требуемая норма доходности, мы ее будем использовать в качестве дисконтирования, 10%. То есть мы хотим, чтобы данный проект нам приносил доходность 10% годовых. Почему мы установили 10%? Наверное, у нас есть какие-то альтернативные источники вложений, которые нам гарантированно дают 10% доходности годовых. Что нам нужно? Нам нужно рассчитать ROE как рентабельность инвестиций. И также мы посмотрим максимальную доходность, которую выдерживает проект, IRR. Внутренняя норма доходности, так еще этот показатель называют. Так. Нулевой период –
Это тот период, когда мы осуществляем инвестиции. Точка отсчета, можно и так сказать. Далее у нас начинается первый год. Неважно, с какого он месяца, может быть, с января, может быть, с августа, не имеет значения. Основное то, что каждый год у нас длится по продолжительности 12 месяцев. Чистый денежный поток в нулевой период, если кто-то догадался, напишите, пожалуйста, в чат, какой мы здесь должны с вами поставить, что у нас происходит с деньгами в нулевой период. А, нет, нет, вот Александр прав. Мы будем выплачивать поставщику оборудования 5 миллионов условных единиц. Поэтому минус 5. Я не буду ставить 3 нуля, и так, думаю, понятно. В первый год, во второй, в третий и так далее мы получаем чистый денежный поток по 1 400 1,4. И, соответственно, вот 1,4 я прям протяну. Итого, чистый денежный поток у нас получается в размере 2. Коэффициент дисконтирования. Если чистый денежный поток мы понимаем как будущие деньги, то будущие деньги нам должны приносить доходность. А требуемая доходность – это 10% годовых. И, соответственно, нам нужно будущие деньги с вами чуть-чуть занизить, да, привести к текущему моменту времени. Почему мы занижаем? Да потому что деньги сейчас меньше, чем деньги в будущем. Деньги сейчас нам будут приносить деньги с доходностью. Поэтому будущие деньги всегда больше в инвестиционном анализе, чем деньги настоящие. Да, мы сейчас с вами коэффициент дисконтирования забьем формулу. Операция дисконтирования – это операция обратная начислению сложных процентов, поэтому если помните, как начислять сложные проценты, а здесь мы идем от обратного. 1 не умножить, а поделить. Когда начисляем процент сложный, мы делаем так. 1 умножить на скобку, а в скобке ставка, да? А здесь у нас, раз это операция обратная, то будет 1 поделить на скобку, в скобке 1 плюс ставка. Ставка дисконтирования равна требуемой норме доходности. Мы ее закрепим. И в степени. Несколько лет, поэтому сразу для первой формулы мы поставим степень, галочка, и сошлемся на период. По 10 строке, вот в данном случае у нас нулевой период. В нулевой период дисконтирование не произойдет, но формулу мы забьем для нулевого периода и протянем ее вправо. Здесь у нас дисконтный множитель единица, и если мы всю эту формулу протягиваем, то видим, что каждый год дисконтирование у нас будет происходить все сильнее и сильнее. То есть уменьшение будущих денежных потоков, приведение к настоящему моменту времени в пятый год произойдет больше всего. Далее мы считаем NPV. Чистую приведенную стоимость. Кто знает, как считать чистую приведенную стоимость, хотя вы уже писали, да, мы чистый денежный поток умножаем на коэффициент дисконтирования, таким образом дисконтируем, приводим к настоящему моменту, очищаем от этой доходности гипотетической. 5 умножить на 1. В нулевой период у нас не дисконтируется ничего, поэтому также минус 5. А вот если мы протягиваем вправо, по первому году мы понимаем, что 1,27 – это деньги без доходности, да? Но с доходностью они будут составлять уже 1,4. И так далее, так рассуждаем. Посчитали NPV. Дальше. Давайте учтем амортизацию. Значит, если оборудование будет иметь первоначальную стоимость 5 миллионов, то амортизация за первый год составит 5 поделить на срок эксплуатации у нас 5 лет. Также и второй год, также и третий, и пятый. 1 миллион в год – это амортизация.
чистая балансовая стоимость инвестиций на начало года. То есть, а что мы увидим с вами в балансе? Грубо говоря, остаточная стоимость активов, именно этого оборудования, не всех активов компании, именно этого оборудования, на начало года. На начало первого года напишите, пожалуйста, сколько мы должны поставить? Остаточная или балансовая стоимость оборудования на начало первого года. Сколько у нас будет? Равна первоначальной стоимости. Абсолютно верно. 5. На начало второго года 5 минус амортизация за первый год. 4 и так далее. А, коллеги, очень вас попрошу, у кого включен микрофон, но ничего не хотите сказать в группу, да, пожалуйста, отключайте микрофончик. К сожалению, я не могу управлять за вас вашими микрофонами, у нас идет запись, вот, поэтому, пожалуйста, проверьте у себя еще раз, лишний раз, да, не включен ли микрофон, если включен, отключите. Дальше. Так как в показателе ROI используется не чистый денежный поток, да, не чистая приведенная стоимость, а именно показатель финансового результата начисленного, отчетная прибыль, то, соответственно, нам нужно с вами выйти на показатель прибыли. И вот посмотрите, по 17 строке, как мы выходим на показатель прибыли. Мы из чистого денежного потока убираем амортизацию. Почему? Почему мы так выйдем на прибыль? В общем-то, если рассуждать про начисление доходов и расходов, про начисление, то амортизация у нас входит в расходную часть, и финансовый результат, соответственно, из-за нее будет ниже. Да? Но когда мы начисленные доходы и расходы экстраполируем в деньги, то что получается? Что амортизация не подразумевает движение денежных средств. И если никаких других различий части дебиторской и кредиторской задолженности нет, а в долгосрочных периодах их, как правило, и не бывает, а здесь у нас все-таки годы анализируются, то разница между прибылью и чистым денежным потоком будет всего лишь только в амортизации. Если мы возьмем чистый денежный поток, вычтем из него амортизацию, то мы выйдем на прибыль. У нас чистый денежный поток больше прибыли на сумму амортизации. Чистый денежный поток минус амортизация, и мы выходим с вами на отчетную прибыль. Еще разочек повторюсь. В отчетной прибыли амортизация в расходной части принимает, да, вот как бы участие в расчете, и прибыль из-за нее уменьшается. Но если мы все переносим уже на деньги, переводим на денежный эквивалент, то амортизация в виде денег никак не проходит по расчетному счету, естественно. И поэтому чистый денежный поток у нас будет больше прибыли на сумму амортизации. Протянули. Если у нас амортизация каждый год линейным методом начисляется в одном и том же размере, если у нас чистый денежный поток каждый год в размере 1 400 000, никакого ни темпа прироста нету, да, мы не видим ни изменения чистого денежного потока в последующие годы, то, соответственно, и прибыль в динамике у нас сохраняется на уровне 0,4. И вот теперь мы посчитаем показатель ROI, который интерпретируем следующим образом. Сколько рублей прибыли или копеек прибыли, да, нам приносит рубль вложений. Значит, нужно взять прибыль и поделить на остаточную балансовую стоимость вложений в данное оборудование. В данном случае у нас показатель рассчитывается в процентах, но мы можем эти проценты с вами интерпретировать в копейках. 8 копеек прибыли нам приносит первый год 1 рубль, вложенный в оборудование. Во второй год 10 копеек прибыли нам приносит 1 рубль, вложенный в оборудование. И так далее. Что мы здесь наблюдаем, коллеги? Напишите, пожалуйста, какая динамика показателя ROI? Положительная или отрицательная, вот как на ваш взгляд?
напишите, пожалуйста, в чат. Мы посчитали ROI. Значит, нам теперь нужно вывод сделать. Что мы видим? Положительная динамика. Согласна. Мы можем сказать, что эффективность вложений увеличивается от года к году. Можем утверждать? Значит, мы вложились в оборудование в первый год, мы видим какую-то эффективность, и от года к году она у нас положительная динамика роста, да? Или нет? Ну, с одной стороны, оборудование у нас амортизируется. Вот подумайте, пожалуйста, оборудование амортизируется. Амортизация дает погрешность. А было бы очень здорово, если бы показатель ROI, от амортизации мы никуда не денемся, да? Если бы показатель ROI увеличивался бы не только от того, что оборудование амортизируется, а от того, что чистая прибыль во второй год больше, чем в первый, а в третий год больше, чем во второй и так далее. А здесь у нас показатель ROI растет только лишь из-за того, что знаменатель снижается. Любое оборудование со временем изнашивается, безусловно. Но и показатель прибыли нам здесь не дает никакой динамики. Он стоит на одном уровне. Поэтому на первый взгляд казалось бы, да, ROI увеличивается, эффективность растет, все хорошо и замечательно. Но с другой стороны, если мы посмотрим уже, от чего да, ROI увеличивается, то мы понимаем, что не от того улучшения финансового результата деятельности, которого мы, наверное, хотим достичь, приобретая это оборудование, а только с учетом временного фактора, потому что во времени оборудование изнашивается и стоимость активов по балансу становится меньше. Поэтому мы можем сделать вывод, я писать не буду, чтобы нам время с вами сэкономить, у нас время идет. Бежит катастрофически. ROI улучшается по мере начисления износа оборудования, но, увы, не за счет роста финансового результата и генерации денежных потоков, да? С одной стороны. С другой стороны, этот проект выдерживает требуемую норму доходности. И кроме того, он выдержит доходность и более высокую, поэтому мы не скажем, что мы его отклонить должны из-за ROI, нет. Можем посчитать здесь максимальную доходность вот в этом поле, РРР. А нам поможет формула ВСД. ВСД. Excel-овский инструмент. Три буквы ВСД, и мы должны выделить чистые денежные потоки от нулевого до последнего периода. Проект у нас выдерживает даже 12% доходности годовых. В общем-то, нас это устраивает. Вот. Но ROI будет улучшаться, если еще мы больше и будем зарабатывать прибыль каждый год за счет этого оборудования. Было бы еще бы лучше. Так, у кого-то микрофончик включен, пожалуйста, выключите микрофон, чтобы у нас запись была качественная. Посмотрите еще разочек на весь расчет, на выводы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите. Если все понятно, ставьте плюс в чат, и мы идем с вами дальше. Коллеги, еще раз прошу, пожалуйста, проверьте свои микрофоны. У кого вот включен микрофон, пожалуйста, отключите, чтобы у нас не было никаких шумов. Так, вопросов нет, все понятно, идем дальше. Значит, мы с вами применили ROI, ну, для полного анализа инвестпроекта, так скажем.
Да, конечно, конечно, Марин, будут сохранены, конечно, никуда не денутся. А теперь давайте мы с вами посмотрим вот такую модель компании, когда компания ROI установила в качестве KPI, ключевого показателя эффективности деятельности, и привязала к этому делу систему мотивации. Прочитаем условия изначально. Компания владеет большой сетью магазинов, постоянно увеличивая их число. Показателем эффективности работы каждого магазина является коэффициент окупаемости вложений ROI. И он должен быть, они установили целевой показатель по ROI, он должен быть выше 15%. Значит, если он выше 15%, все отлично. Если он ниже, все плохо. Ну и насколько вот мы понимаем уже, да, прочитав условия, что более глубокий анализ не производится. Менеджер магазина получает бонус в размере 10% от своей зарплаты, если годовой фактический ROI превышает плановый. После открытия магазина не требуют каких-либо капитальных вложений в течение следующих 4 лет работы. Ну вот здесь 4 года нам и представлены работы после открытия магазина. И мы должны посмотреть показатели ROI, как менеджер получал бонусы на примере одного магазина B. Что еще нам говорят? Что рынок, на котором работает компания, уверенно растет. Как правило, магазины генерируют 40% валовой прибыли. То есть мы понимаем, что рентабельность продаж по валовой прибыли у магазинов 40% не ниже. Задание. Обсудите последние финансовые показатели магазина B через ROI и любой другой показатель, который сочтете нужным. То есть мы не только ROI будем анализировать, но еще что-то. И сделайте выводы, насколько правильно ROI отражает реальную работу магазина. И второй момент. Объясните, как менеджер, возможно, манипулировал результатами отчетности так, чтобы получать бонусы в размере 10% там от зарплаты. Что-то лишнее я скрою, то, что мы уже прочитали, нам не понадобится. Ну и вот, в общем-то, у нас есть показатели, которые мы сейчас с вами проанализируем. Первым делом давайте посчитаем ROI. И ROI в данном случае будет рассчитываться как чистая прибыль, деленная на чистые активы. Чистые активы данного магазина. Что такое чистые активы? Это собственный капитал. Ну, вот так вот приняла компания для себя в части учетной политики, в части KPI, рассчитывать показатель. Такую формулу расчета показателей. Чистые активы – это собственный капитал. Сейчас мы посчитаем, а потом у нас еще есть один здесь листик, как дополнительный, как вложение, да, я вам продемонстрирую, если кто-то забыл, кто-то не знал, почему чистые активы приравнивают к собственному капиталу, в общем-то. Так, мы считаем показатель, чистую прибыль, делим на чистые активы на начало каждого года, мы здесь не будем производить никакое усреднение, берем на начало года чистые активы и получаем значение показателя. А что мы здесь можем сказать? Напишите, пожалуйста, в чат, что здесь происходит. Не могу сказать, что прям такой ежегодный рост показателя, да, потому что у нас в 19-м хуже, чем в 18-м было. Но, тем не менее, в динамике мы наблюдаем рост показателя. Рост показателя в динамике. Ну и кроме того, за какие годы у нас директор или менеджер магазина получал бонусы? Видно же? Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый год, да, последние 3 года получал бонусы. Директор
получал бонусы. То есть в первый год меньше было, чем там установленный целевой, меньше 15%. А 18, 19, 20, да, рассчитывала компания показатели роя за счет снижения активов, верно. Мы сейчас с вами комплексно все проанализируем. Значит, рентабельность продаж по валовой прибыли считаем нужным посчитать, раз нам дается норматив по рынку. Давайте посмотрим. Рост, рентабельность продаж по валовой прибыли. Валовую прибыль мы делим на выручку. Здесь мы что можем сказать? Значит, динамика у нас отрицательная по показателю, да? То есть эффективность деятельности падает. Это во-первых. А во-вторых, если сравнивать с рентабельностью других магазинов, то, ну вот, когда Максим написал, плохо, действительно, здесь ничего хорошего-то мы не видим. Эффективность текущей деятельности магазина хуже, чем по другим магазинам. Кроме того, наблюдаем отрицательную динамику. Верно. А теперь давайте посмотрим рентабельность продаж по чистой прибыли. Может быть, что-то изменится. Чистая прибыль, деленная на выручку. Тоже краснота. Снижение эффективности деятельности по конечному финансовому результату. А я, наверное, вот какие-то комментарии все-таки вам оставлю. Буду вставлять, чтобы нам не терять, но чтобы они у вас были. Значит, снижение эффективности деятельности, рассчитав рост по чистой прибыли, мы видим, по конечному финансовому результату. 19-й хуже, чем 18-й, 20-й еще хуже. Себестоимость. Мы можем посчитать себестоимость, если из выручки уберем валовую прибыль. У нас есть показатель выручки, есть показатель валовой прибыли, мы выходим на себестоимость продаж. Для чего нам нужна себестоимость? А мы сейчас с вами посчитаем соотношение темпов роста. Ну, некое такое золотое правило экономики применим. Темп роста выручки. Если мы видим, что рентабельность у нас падает, да, вот за счет чего? По первому году темпы роста мы не сможем посчитать, поэтому вот такие крестики поставлю. А вот далее, в 2018 году темп прироста выручки составит. Мы берем выручку 2018 года, делим на выручку 2017 года. И если мы хотим получить темп прироста, тогда мы еще сделаем минус 100%. Значит, здесь у нас темпа прироста выручки нет, да, больше никто продавать не стал в 2018 году. 19 и 20 смотрим. А вот так вот. Продажи упали в 19 году к 18 сильно и в 20 году к 19 тоже. Что у нас здесь? Какой вывод напрашивается? С 2019 года идет сокращение выручки. Если в 18 году она просто стояла столбом, да, по сравнению с 17 не изменилась, то есть 19-го идет сокращение выручки. То есть магазин крайне плохо работает. Но если посмотрим на первый показатель ROI, то менеджер получил бонусы. Вот в чем парадокс. При том, что другие магазины показывают устойчивый рост, как нам это было сказано в примечании, да? Так, давайте теперь посчитаем темп прироста чистой прибыли. Чистая прибыль. 18 год поделить на чистая прибыль 17 год и также минус 100%, чтобы нам выйти на темп прироста. А прибыль, при том, что выручка в 2018 году не приросла, прибыль в 2018 году увеличилась на 8% по каким-то причинам. А что же было в 2019-2020? В 2019 темп
сокращение 29%, в 20-м 20%. А давайте попробуем здесь вывод сделать. Если мы видим, что темп сокращения прибыли чистой превышает темп сокращения выручки, какой мы можем сделать вывод с вами? Подумайте, пожалуйста. Я пока начну писать, а вы можете написать в чат, что из этого следует. Значит, чистая прибыль сокращается еще быстрее, чем выручка. Значит, что происходит? Продажи рухнули, а чистая прибыль сократилась еще большими темпами. Продажи упали, а затраты выросли, да, расходы выросли, рост себестоимости, абсолютно верно. То есть прям какой-то, ну, кошмар. Все плохое, что может быть. Можно написать так, что расходы растут, либо не снижаются с такой же интенсивностью, как выручка. Объем продаж себестоимости такой же, как и в выручке, но, видимо, удельные расходы остались теми, какими были. Да, доля себестоимости растет. Дальше. Темп прироста себестоимости вот как раз. Так, себестоимость у нас, вот она. Делим на 17 и минус 100%. 8, минус 10 и 2%. Почему красным горит? Значит, темп прироста себестоимости мы сравниваем с темпом прироста выручки. Ну, можно и не сравнивать, нам уже показатель валовой рентабельности по валовой прибыли все уже сказал, да, что эффективность снижается. Выручка у нас по 2018 году не прирастает, себестоимость же прирастает на 8%. 2019 год минус 10, минус 10 одинаково, а вот в 2020 году опять-таки выручка снижается на 6%, себестоимость при этом растет. В 2018 и 2020 годах темп прироста себестоимости превышает темп прироста выручки. Объемы продаж падают, затраты удельные либо растут, либо остаются на прежнем уровне. В общем-то, менеджмент этого магазина не делает ничего, чтобы действительно как-то вырулить из этой вот неблагополучной ситуации. Себестоимость снижается. Чистая себестоимость, да, снижается в 19-м году по сравнению с 18-м и в 20-м году по сравнению с 30-м, с 18-м. Возможно, да, что цены реализации снижаются в этих годах, может быть и так. Это надо анализировать более предметно, что там происходит. И последнее, темп сокращения чистых активов. Но себестоимость-то мы видим снижается из-за объема продаж, в ней же объем, да, а вот что там с удельными затратами? Либо они снижаются, но не так, как снижаются там, допустим, как должны были бы снизиться, либо они держатся на том же уровне, либо они вообще растут, бог их знает. Берем чистые активы, делим на предыдущий период, минус 100%, и смотрим, а что происходит с чистыми активами. И чистые активы у нас снижаются. Отрицательная динамика от года к году. Да, товарное это выражение мы не видим, поэтому вот проанализировали темпы. Можем сделать по темпам некие выводы, что, в общем-то, затраты растут быстрее цен, это однозначно. И, ко всему прочему, еще, вероятно, и объем продаж рухнул. Да? То есть вот
товарооборот магазинов, скорее всего, он тоже упал. В общем, у магазина плохо все. И если мы темп сокращения чистых активов с вами наблюдаем, то однозначно здесь пишем, что это и будет являться основной причиной роста ROI. Показатель ROI у нас вырос только за счет того, что было сокращение чистых активов компании. Да, для того, чтобы понять, что там было внутри, нужен факторный анализ. Абсолютно верно. Вот такой вот интересный пример. Скажите, пожалуйста, вот теперь по результатам нашего небольшого анализа, да, экспресс-анализа, можем ли мы утверждать, что показатель ROI в данном случае правильно отображает работу магазина и эффективность этого бизнес-направления? Можем ли мы утверждать? Нет, конечно. Однозначно нет. Нельзя утверждать, что показатель ROI правильно отражает работу магазина и эффективность бизнес-направления. Скажите, пожалуйста, а почему могут снижаться чистые активы? KPI установлен неверно. Если устанавливать такой KPI, то нужно было его устанавливать в совокупности с другими показателями эффективности деятельности, да? Можно было установить рентабельность по валовой прибыли, по чистой прибыли, соотношение темпов роста, золотое правило экономики, ну, хотя бы что-то одно взять. Но вот в части одного лишь автономного показателя ROI для KPI устанавливать было неправильно, это точно. А мог ли директор магазина, у нас так вопрос с вами был сформулирован, как-то преднамеренно снижать чистые активы? Подумайте, пожалуйста. А я пока вывод ставлю. Окупаемость вложений собственников в капитал данного бизнеса имеет тенденцию к увеличению на первый взгляд, но лишь только по причине сокращения активов и, скорее всего, умышленное. Магазин явно имеет проблемы в части эффективности деятельности, то есть его вообще, наверное, закрывать даже нужно. В период падения продаж, сокращения рентабельности продаж, то есть вот в период всех этих негативных явлений, директор магазина был удостоен премии из трех из четырех лет. Да, вот так вот у нас получается. А за счет увеличения себестоимости, например, завышения стоимости продаж. Так, он завышал себестоимость, и что, он получал ниже прибыль? А ему же наоборот нужно было выше прибыль получать. Он здесь манипулировал, как мне кажется, величиной активов. Переоценка, да. Вот, скорее всего. Значит, давайте подумаем. Если мы рассчитываем ROI с вами как соотношение прибыли к величине собственного капитала. Ну, чистые активы – это то же самое, что собственный капитал. Все согласны с этим? Если нету никаких там поправок, корректировок, которые производятся при расчете чистых активов по каким-то нормативно-правовым актам. Вот, в финансовом анализе мы их, как правило, не учитываем. Соответственно, собственный капитал состоит у нас из чего, скажите, пожалуйста? Полномочия руководителя, что он мог сделать? Но если это дивизион, да, на отдельном балансе, то переоценить активы он мог вполне. Активы минус обязательства, абсолютно верно. Активы минус обязательства. Или если мы возьмем собственный капитал с вами, посмотрим, из чего он состоит, то он состоит из уставного капитала, из добавочного, из резервного, из нераспределенной прибыли. А здесь каждый год предприятие получало чистую прибыль, убытков не было. Понимаем, что нераспределенная прибыль стать ниже не могла. Это мы уже выяснили, да, KPI здесь никак не годится, абсолютно никак. И вот, скорее всего, здесь была произведена оценка ранее
ранее каких-либо дооцененных активов. То есть если когда-то активы дооценивались, и был результат их дооценки на добавочном капитале, а добавочный капитал у нас в собственном капитале, и вот потом уже, да, в последующем, может быть, в одном из этих периодов, а может быть, он это делал методично каждый период, просто списывал ранее дооцененные активы, уменьшал величину активов, и, соответственно, в собственном капитале у нас размер добавочного капитала тоже снижался. И поэтому мы видим вот такой показатель ROI, который нельзя было ни в коем случае устанавливать в части KPI самостоятельно. Если бы его установили наряду с какими-то показателями, то возможно, что этих бонусов незаслуженных, да, несправедливых, неоправданных менеджер не получил бы. Вот. Ну и давайте еще мы здесь с вами третий лист посмотрим, заполним. Если кто-то, да, не совсем представляет, что такое чистые активы, если, допустим, вот у нас необоротные равны 1000, оборотные пусть 500, самые простые циферки, то валюта баланса посчиталась 1500. А в пассивной части баланса давайте представим, что собственные капиталы и резервы у нас 300, а вот мы как раз и считали ROI по данному показателю, именно по нему, я его сейчас выделю каким-нибудь цветом, только называли чистые активы, но расчет у нас был по нему. Состоит собственный капитал и резервы из уставного капитала, из добавочного капитала, резервного и нераспределенной прибыли. Долгосрочные обязательства, допустим, 1000, цифры беру любые просто, хаотично, главное, чтобы актив с пассивом сошелся. И краткосрочные обязательства, то есть кредиторская задолженность, пусть 200. Итого тоже 1500. Так вот, теперь мы хотим выйти на чистые активы, активы, очищенные от обязательств. Мы берем величину наших активов. Убираем долгосрочные обязательства и убираем краткосрочные обязательства. Да? Все, балансовое тождество. Чистые активы – это не что иное, как собственные капиталы и резервы. И здесь наглядно представлено, из чего формируется собственный капитал. Уставной капитал, добавочный, резервный, накопленная прибыль. Значит, еще разочек скажу, что накопленная прибыль снижаться не могла в нашем случае, потому что мы видели, каждый год магазин имел прибыль, убытков не было. Да? Резервный капитал, ну, зыбко весьма. То есть мы не знаем, был он, не было его. Уставный капитал, ну, навряд ли он как-то, да, без собственников мог манипулировать уставным капиталом. Это уж точно. Соответственно, остается добавочный капитал. Ну, а добавочный капитал – это наверняка какие-то манипуляции с переоценкой активов имели место быть. Вот. Но если говорить про способы манипулирования, то их много на самом деле. Это лучше, наверное, да, про них и не говорить, это некий негатив. А вывод основной, да, вот вебинара, конечно, что нельзя было устанавливать так KPI. Таким образом, нельзя было так легкомысленно к этому относиться. Вот, в общем-то, все, коллеги. По теме вебинара у нас все. Если есть какие-то вопросы, пишите. И я должна вас еще сориентировать по программе курса, по каким-то организационным моментам. Поэтому подумайте, если есть что спросить, пишите по теме вебинара. Я сохраняю данный файл. Он будет называться «Заполненный», я его также размещу в личном кабинете. Место пустое у нас будет заполненное, и он будет вот в этом виде, в котором сейчас вы его видите. И даже дата у нас сегодня 4 марта, дата будет присутствовать, чтобы вам легче было сориентироваться. Так, вам спасибо за огромное за участие, да, за активное. И буквально там 5-10 минут больше я не займу вашего времени по поводу информации о курсе «Анализ финансового состояния». В общем-то, коллеги, хитом является у нас этот курс.
очень полезный, очень такой динамичный, продуктивный. Если в линейке курсов его как-то вот рассматривать, выделять, то что можно сказать? Что это курс, но так скажем, не для тех, кто только знакомится с понятиями, да, там, экономическими, финансовыми, потому что основы экономики у нас намного выше расположен курс, так же, как и основы управленческого учета и бюджетирования, а вот анализ финансового состояния – это уже более глубокое такое вот познание взаимосвязей финансовых. А, спасибо, Наталья, большое. Но, тем не менее, чтобы прийти на анализ финансового состояния предприятия, да, вы можете, допустим, иметь эквивалентный опыт подготовки, если вам это интересно. Если вы проходили у нас основы экономики, основы управленческого учета, тем более это будет вам полезно. Потому что, как правило, у нас сквозные примеры используются в нашей деятельности. То есть, если мы о чем-то говорим на основах управленческого учета, то на анализе финансового состояния я даю продолжение, да, продолжение этого, так скажем, материала. Особенности курса. 40 академических часов курс длится. Формы обучения. Можно обучаться очно, очно-заочно, либо в формате вебинара. И на слайде представлены цены. Цены актуальные. Вы получите диплом о повышении квалификации. После прохождения курса что можно будет добавить в свое резюме? Расчет финансовых показателей деятельности абсолютно всех. Мы стараемся просмотреть вдоль и поперек вообще вот все многообразие, всю совокупность финансовых показателей, которые существуют в природе. Чтение. Что значит чтение? Понимание, да, отчета о финансовых результатах деятельности предприятия. Чтение бухгалтерского баланса. Смотрим на баланс и понимаем, а что за этими цифрами кроется и стоит. Ну, смотрим, это, наверное, громко сказано, все равно придется что-то подсчитать, да, какие-то манипуляции минимальные сделать для того, чтобы баланс понять. Проведение экспресс-анализа финансового состояния предприятия, то есть общими мазками для того, чтобы сделать вывод о предприятии. Ну, хотя бы вывод, допустим, стоит ли с этим предприятием иметь дело, много ли рисков, да, вот. Допустим, мы потенциальные инвесторы или там, собираемся кредит этому предприятию предоставлять. Экспресс-анализ проводим, мы понимаем, рискованно ли нам связаться с этим предприятием, либо нет. Проведение комплексного анализа финансового состояния предприятия. Вот комплексный анализ проводится, как правило, для своей компании, для того, чтобы понять какие-то узкие места, болевые точки, исправлять в будущем эту ситуацию, разрабатывать комплекс мероприятий и так далее. Проведение анализа дебиторской задолженности. Такой раздел очень важный анализа. Проведение анализа кредитоспособности предприятия по методикам Сбербанка, по еще методике Бивера мы оцениваем кредитоспособность. Проведение анализа рыночной привлекательности. То есть, насколько компания, особенно акционерное общество, привлекательна для потенциальных инвесторов, да, то есть для каких-то потенциальных участников бизнеса, собственников. Проведение факторного анализа показателей. Любой показатель можно проанализировать более глубоко, детально, пофакторно. Когда подсчет ROI оказывается бесполезен? Скажу так, подсчет ROI оказывается не то, что он бесполезен, он оказывается не информативен в том случае, если мы не придаем должного значения этому показателю, и если мы его анализируем всего лишь один, не в совокупности, не наряду с другими показателями. Это рекламное название вебинара, коллеги, не могу сказать, что подсчет какого-то показателя бесполезен всегда, нет. Ни в коем случае. Полезен, но не всегда нужно, имеет смысл смотреть на показатель автономно.
И ROI относится к таким показателям. Он весьма неоднозначен. Поэтому если его устанавливать в качестве KPI, то ни в коем случае не самостоятельно, а наряду с другими важными показателями для оценки эффективности. А ответила на ваш вопрос, Юрий? Стой, придурок. На следующем слайде у нас представлены формы обучения. Вы можете потом ознакомиться более подробно, посмотреть очное, очно-заочное, индивидуальное. Индивидуальный подход здесь реализуется. Открытое обучение и вебинар in class. Что это такое? Если будут вопросы, вы можете всегда менеджеру позвонить. А для тех слушателей, которые выбирают открытое обучение, есть, ну, некие преимущества. Это аудитория, оборудованная двумя мониторами для удобства, лабораторные работы, преподаватели имеют сертификации обязательно, и система промежуточного тестирования, то есть контроль, насколько вы знания осваиваете, да, внутренний контроль преподавателя. Также должна вам сказать про преимущество комплексных программ. Если вы выбираете в качестве обучения комплексную программу, а что это такое? Это программа, которая состоит, как правило, из двух курсов, то как минимум вы достигаете некой экономии, да, то есть экономия средств. Комплексная программа будет дешевле, нежели вы будете эти курсы брать по отдельности. Также вы попадаете, как правило, к одному преподавателю, и, как я уже сказала, преподаватель, каждый старается давать какие-то сквозные примеры по своим курсам. Что касается вот курса «Анализ финансового состояния предприятия», то он входит в следующие комплексные программы. Финансовый анализ. Какие два курса? Анализ финансового состояния, о котором я вам рассказываю, и практикум по финансовому анализу задачи и решения. Коллеги, когда вы видите в названии вебинара практикум, это означает, что теории, в названии курса, прошу прощения, практикум, это означает, что теории в этом курсе нет практически совсем. Есть кейсы, есть задачи, есть решения. И также входит в курс актуальные вопросы управления финансовыми результатами деятельности и развитием организации в 2021 году для профбухгалтеров. В качестве бонуса вам предоставляется бесплатная консультация по профессиональному развитию. То есть всем участникам наших вебинаров мы предоставляем вот такую бесплатную консультацию. Вы можете заполнить форму, отправить эту форму на сайте, да, и наш специалист с вами свяжется, проконсультирует по важным для вас вопросам. В части там, подготовки резюме, изложения резюме, представление какой-то развернутой информации о своих навыках и так далее. Я сейчас ссылку положу, в чат положу ссылку. Вы можете по этой ссылке зайти на сайт, заполнить форму. Одну минутку, вставляю в чат. Угу. Для тех, кто хочет получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. А если у вас на данный момент еще вопросы ко мне есть, остались, то, пожалуйста, пишите в чат. Мне, в свою очередь, очень было приятно с вами сегодня пообщаться со всеми. Желаю вам удачи, профессионального развития. Спасибо большое, Александр, и вам тоже. Если есть вопросы, пожалуйста, формулируйте. Если вопросов нет, то можно, в принципе, отключаться. Да, у кого вечер, хорошего вечера, у кого уже ночь, то доброй ночи. Соответственно, запись, конечно, будет от начала до конца. Обязательно. Еще раз всем спасибо, и кто отключается, всего доброго.
This conference will now be recorded.